Буэнос диас всем, меня зовут Дмитрий Масленников, и так как вы говорите, что у меня руки из одного места, я позвал своего друга. Меня зовут Макс Брандт, руки у меня точно из другого места, потому что иначе мы бы с ним были сиамскими близнецами, а это, как видите, не так. В общем, мы проверяем лайфхаки с канала Сливки Шоу. Максим, погнали. Я топовый видеоблогер, я взрослый, состоявшийся человек. Думаешь, я буду слизывать сливки со стола? В первом лайфхаке автор канала делает свечку из апельсина. Давайте посмотрим, что он там делает. Автор канала берет апельсин, разрезает его пополам, оставляет небольшой фитилек, заливает все растительным маслом и вуаля! Зачем, казалось бы, но это лайфхак. Свечка готова. Вот тебе меч. Просто кровище бьет. Все, что у нас осталось, это кожура апельсина и небольшой хвостик. Его обязательно нужно оставить. Масло в студию! Заливай. В общем, масло надо практически до конца налить. Ну вот как-то так попробуем. Да. Давай, раз, два, три, поехали. Так, все еще едем. До сих пор едем. Лайфхак. О! Чувствуешь, какая прекрасная, невероятно романтическая атмосфера? Пока нет. А так? Нет. Нет, лайфхак работает. Не так, может быть, он полезен, как мог бы быть, но свечка из апельсина может вам светить очень долгое время. Давайте мы так поступим. Мы ж не проверили, сколько она горит. Может, она через пару минут потухнет. Автор канала говорил, что она может гореть очень долго, поэтому в течение проверки всех лайфхаков она будет где-нибудь на виду стоять и будет гореть. И мы как раз вот так проверим лайфхак. Ловко. Второй лайфхак автор канала тоже посвятил огню. И маслу. В общем, что он делает? Он смазывает салфетку маслом, оборачивает зубочистку данной салфеткой, вставляет масло и поджигает. И данная конструкция должна сохранять огонь очень долго. Как думаешь, хороший лайфхак? Я думаю, что он работает, но такой же бестолковый, как и большинство. Как и вот это. Как? Это работает до сих пор, но... Ну, интимная обстановка. Не время для интима. У нас еще один лайфхак после этого. Так, масло есть, салфетки есть, зубочистки есть. Дмитрий заметил, что автор канала Сливки Шоу вставляет салфетку вместе с зубочисткой. Я же думаю, что зубочистки там нет, и она только годится для того, чтобы смазать салфетку маслом. Поэтому я буду делать чуть по-другому. А как ты ставишь салфетку? Не твое дело. Окей, хорошо. У нас есть еще одно масло, мы богатая передача. Берешь немножко масла. Так. На зубочистку мацаешь его. Понимаете, вот перед вами сейчас сидят два взрослых человека. И мажут маслом салфетку. Но все для того, чтобы проверить, правда ли это или нет. Это очень важно для человечества. Я лично буду оборачивать, соответственно, зубочистку в салфетку, а ты будешь скручивать ее вот так вот. Ну ты плотник. Я буду скручивать, но потом я вытащу ее. Маленький у вас фитилек, Максимка. Разные фитильки, разные методы и... Мы проверим, у кого правильно и работает ли это вообще. Вот. Ну и все. Мне кажется, ты спасаешься... Ух ты! А? Подрос, подрос. Здесь просто было холодно, да. Огонек. Да. В общем, мне кажется, этот лайфхак бестолковый, потому что салфетка, она быстро прогорает. Ну и как бы еще и масло ты тратишь, получается. Тратишь масло, тратишь зубочистку, огонь. На мой взгляд, лайфхак бестолковейший, потому что салфетка прогорает очень быстро. Ну так масло как раз создано для того, чтобы... Создано для того, чтобы, но не работает для того, что создано. От меня жирный минус, не знаю, может Дима скажет... Я ставлю плюс, потому что у лайфхака есть шанс. Хочешь, тебе еще прикол покажу? Дальше просто. В общем, он берет и делает отверстие в центре. Берет салфетку, небольшой кусочек, закручивает его в рулончик и сует туда. Неимоверными усилиями мы запихнули салфетку в банку шпрот. Ну, кстати, со шпротами работает. Нет, со шпротом, смотри, прям классно горит. Но, ребята, стоит ли свечка банки шпрот? Мне кажется, лучше сидеть в темноте, но сожрать шпроты. В принципе, это один лайфхак. Чтобы сделать свечку, вам понадобится масло и салфетка. Но, к сожалению, с обычным сливочным маслом он не работает, а со шпротами вот вполне годная тема. За шпроты мы поставим ему плюс, за подсолнечное масло мы ему поставим минус.
Третий лайфхак очень простой, и мне кажется, что он точно работает. Автор канала Сливки Шоу утверждает следующее, что, соответственно, вместо одной из батареек можно вставить кусок фольги, и пульт будет работать. По мне так это бред, потому что у батарейки должен быть заряд, а у фольги какой заряд? В общем, вот кусок фольги, мы аккуратным движением создаем из нее металлическую сосиску. Так. И эту металлическую сосиску мы вставляем в пульт. Эта фигня не будет работать. Она должна работать. В общем, смотрите, у нас получается новая одна батарейка и, соответственно, фольга. Попробуем переключить. Две батарейки не просто так сделаны. Это я тебе как научный нуб говорю. Ну, блин, ну а как вот сейчас вот это покажешь людям? Они говорят, а у Сливки Шоу получилось. Значит, что? Значит, мы рукожопы. Друзья, не знаю почему, но в данном случае фольга есть, батарейка есть. Давай вставим вместо фольги эту батарейку и посмотрим, работает ли это. Скажут, у вас пульт сломан, батарейки старые, вообще, короче, дураки. В общем, пульт работает, мы переключили с пятницы на карусель. Не лучший вариант, честно. Дорогие друзья, к сожалению, у нас лайфхак не получился, поэтому мы ставим ему жирный минус. Хотя, честно говоря, я в него верю, в отличие от Макса. Если вы сможете сделать этот лайфхак правильно, чтобы у вас получилось и телевизор с фольгой заработал, я поаплодирую вам и присылайте либо в группу Димину, либо на страницу ваше видео с этим лайфхаком. Все-таки первый лайфхак с апельсином у нас получает плюс, хороший, жирный плюс, потому что работает долго, разгорается все больше и больше, то есть уже сейчас... И пахнет вкусно. Реально вкусно. В общем, вот такие лайфхаки мы проверили на канале Сливки Шоу. Часть из них получилась, часть нет. Но, кстати, мы будем кое-что делать на канале у Максима, чего я пока не знаю. Лайфхак, можно ли напиться с помощью носков 18+, только для взрослых. Переходите по ссылке в описании, либо по аннотации. В общем, такого видео еще нет в интернете. Я где-то это прочитал об этом. То есть это, в принципе, есть такой лайфхак. Но видео будет наше с Димой. Первое. С помощью носков? Да, напиться с помощью носков. Можно свежих ли? Хотя бы? Свежих носков. Заинтриговали вас? Меня заинтриговали. Пойдем делать. По ссылке в описании. Пойдем. Пока всем. Подписывайтесь на меня во всех социальных сетях. Подписывайтесь на канал Максика. И до скорой встречи.